И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Crystallize и с модом Extinction Core. Да, я вернул себе птера. Как вернул себе птера? Он притомил нового птера, и он у меня сейчас подпрокачанный такой уже. Я с ним пробежался, добыл металл. Помните, я поговорил на скале, где находится металл там. И как бы все хорошо. Плюс еще полутал лучей. Угу. А еще у меня же дробаш. Вы помните, выпал дробаш у меня. И я такой, блин, дробаш-то лучше, чем арбалет. Вот, и взял дробаш в руки и понял, что я могу убить турки. И с нее, собственно, с индюшки мне выпал Small Experience. Короче, Small Potion. Ну ладно. Хва! Ну, нормально. Тоже неплохо. Веса все-таки добавим. Сейчас поедем лучики лутать. Больше веса. Вообще, я бы, наверное, бы сгонял до обелиска. И лутанул там то, что все мое. Перенесенная с другой карты. Тебе скорость? Пускай будет тебе скорость. Вот, опиат. Опиат я нашел в Вики. Это, короче, как такое, типа, это работает и как седатив, и оглушение снимает. Ну, по большей части, как, короче, голод накидывает. В общем, вообще опиат, прям норм тема. Огонь, учитывая, сколько она лутается. Единственное, там для альфа-чей не работает, ну, для обычных динусов работает прям, о, огонь. Так что с ним и будем томить еще кого-нибудь, когда-нибудь, наверное, но не факт. Хм. Это хуже. Так, ну да, и винтовочка тоже вот выпала, блин, вообще супер огонь. Сейчас единственное, что, кстати, да, кирка, офигенная кирка. Единственное, что сейчас вот мне нужно добыть кучу металла и сделать уже нормальную печку и начинать уже переходить на стимпанковское все это дело, все добро это. Вот, но пока что так пойдет, а там уже будет видно, что когда где. Пускай у него будет места побольше. Погнали, получиком полетаем, может быть еще что-нибудь сделаем. Дай бог, не сдохнем где-нибудь по пути, и все будет хорошо. Вот, кстати, турки. Ну это жесткая турки. Это жесткая индюшка. Индюшка. Что-то всякая фигня здесь, конечно. Ну, давай, лутанем, чтобы появился новый дропчик. Ну ты что ты? Ты же всегда сюда прыгаешь. Что-то, ну что, влево что нажал? Зато есть стул, между прочим. Шуточки, хохош эти шуточки. Так, ты у нас 145, а ты у нас 60. Вот, с 60 есть огромный шанс справиться, между прочим. Вот так, хова, отлично, справился, но... О, она же быстрая, она быстрая, быстрая. О, господи, она быстрая, но дрячевая, ну, потому что у меня бронька надета. Это хорошо. О, овощички. Овощички, это вообще супер. Короче, рандомный лут. Это супер. Рандомный лут. О, еще Small Experience Potion. Труба. Овощи, это хорошо. Может, выращивать их не буду. Скидываем все сюда. Прям овощи. Прям овощи. Все, 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 скидываем сюда. Ну и давай, Small Experience Potion, да, все в тебя. Блин, хотел сделать 1500, ну, 1, 5, 6, 7, 8, тоже, думаю, прикольно, особенно 5, 6, 7, 8. Так, ну и здоровечко, обязательно здоровечко, лишним точно не будет. Ресурсы добывать я не буду, потому что они весят много, и, ну, как бы... Ресурсы лучше потом сделать дополнительный заход. Праймовская, кстати, праймовская. О, прайм-дудошка. Еще и маленького левла. Огонь. Так. 20-й. Хоп. Хоп. Тихо. Да подожди.
А перезарядить. Так. Prime Huge. Вот. Потому что Prime кожа мне будет очень сильно нужна. Поэтому... А, там что-то с нее дропнулось, что ли? Ну, там что-то дропнулось. Ну, вроде фигня всякая. А, ну хотя, слушай, тоже нормас. Тоже нормас. Тоже овощички, все дела. Это уже неплохо. Small Experience Potion. Здорово. Я ж не выкинул. Я перекинул, да? Да, вот, Small Experience Potion. Все нормально. Я просто перекинул. Я тут просто задумался, выкинул я предметы или просто перекинул. Все так же, качаем здоровье, пускай будет. Чтобы, если что, вдруг, не дай бог что, я выживу. Твою мать. Это черные, что ли, там, да? Да, Black Tribe. Вот когда бежишь, и там все взрывается вокруг, это точно Black Tribe. Это точно. Не махоньки. Сколько там всего. Так, обелиск. Гигусик. Гигусик это хорошо. Хорошо, что они спавнятся в целом. Ой, так. Обелиск. Ну, допустим, да. Я просто вообще не знаю. По идее, мне сейчас... Кстати, я там посмотрел, там кристальные виверны. Ну, она тусует. Надо будет тоже притомить обязательно кристальную виверну. Посмотреть, что как где. Я забыл, откуда добываются кристаллы. Вроде бы кристаллы добываются с их трупиков. Типа, вроде бы. Но это не точно. Вроде бы надо оглушить, залутать кристаллы. И, но потом, типа... Ты ее уже притомить не можешь, что ли, с этими кристаллами. И, ну, эти кристаллы, радужные кристаллы, юзаются для обтомления другой. Вроде бы как-то так. Я вот сейчас, опять-таки, же давно, очень давно играл, только как карту состряпали. Вот, я именно тогда играл. Вот, поэтому... Да, еще вот там где-то вот в зимке в том районе вообще прикольная локация на вид. Там какие-то пузыри и так далее. Я так и не понял, что эти пузыри делают. Я только понял, что ты там под водой летаешь и вообще, точнее, под водой плаваешь. Ну и думаю, ну окей, и пофигу. Так. Ну что-то смотрю, вообще ничего интересного нету. Поэтому уже долетим. Ну, как говорится, вот тебе и... Воу! Добрый вечер, это что за звук? Мантикора, добрый вечер, дважды. Вот это я сейчас обкакался. Просто слышу. Фух, вот это вот. Фух. Неожиданно, но фак. Ну, это, конечно, да. Вот кого точно не ожидал встретить, так это тебя. Так, я вот не помню. Так. Включаем дальний свет. Я вот не помню, я ложил себе телепорты или нет. Я очень надеюсь на то, что я ложил себе телепорты. И они мне очень сильно сэкономят время. Но я точно ложил эти предметы на скорость. На скорость полета. И вот этот мне точно сильно поможет. Да, я понимаю, что потом притомишь альфача и пш, камон. Зачем тебе это, если они так летают быстро? Примерно вот такой будет эффект, но пока что, сами понимаете, вообще ничего никак нигде. Так, Каркинос, 2,6 кхп. Ну, вообще фигня. Если чё, завалю нафиг. Угу. Существа. А, ну это я могу это... Оу. 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 Ну, допустим.
А я просто не вижу предметов. Синемакропс и Фенрир. Отлично, просто иконка дебильная. Я не вижу этих потов. Данные 8. Вот это, короче, я что-то понять не могу. И плюс я все остальное не вижу. Написано данные 8. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть даже так это было 7. То есть, если я сейчас кину, вот так это 9. То есть у меня просто сейчас не прогружается то, что здесь должно быть. Ну-ка, давай попробуем перезайти, посмотреть, что там с модами. Но лучше перезайти где-нибудь вот здесь. Не, даже на скале лучше. Не, возможно, такая же фигня. Вот видите, данные, все дела. Возможно, такая же фигня, как и с... Из-за чего у меня не установился изначально мод на стаке. Возможно, такая же фигня. Кто ж его знает. Но самое главное, Фенрир, Синемакропс. Вот они у меня с собой. И все просто замечательно. Ну, а эти, ну, господи, телепорты, супы и так далее на скорость как-нибудь. Ну, как-нибудь сделаемся. Чё уж поделать. Так, лечу я вообще не в ту сторону. Мне нужно лететь вообще туда. И, кстати, где-то в этом районе, где-то вот в том районе, находится место под обсидиан. Ладно, не, сейчас ресурсы лутать точно не буду, потому что это у меня очень много времени займет. Ну и пока что мне это вообще в целом ни к чему. Мне сейчас... Все, что нужно из ресурсов, это только металл на данном этапе развития. Поэтому в остальном пока что я не нуждаюсь. Мне нужно сделать в первую очередь это мантикорка. Лети выше, на всякий случай. Мне в первую очередь нужно сделать нормальную печку. И уже в ней перерабатывать. Как вариант, нужно будет посмотреть не то, что я обычно ставлю, а стимпанковскую. Как там, что там, где там. Ну, даже что-то дается. Давай залутаем. Раз уж все лучше лутаем. И сгоняем уже на какой-нибудь еще лучи. Вообще. Оу, добрый вечер. Додо Рекси. А вот нужен мне этот луч? Да, по сути, сильно-то и не нужен. Хотя, блин, чё-то там есть, короче, надо залутать. Чё я? Вот этого испугался, что ли? Ну да, чё-то жёсткий какой-то. Тэнкс. Ну. А, танк успел. Допустим. Типа халява, ну, пускай будет, ладно. Так, мне даже, кстати, стало интересно, ты до сих пор там? Так, не эта карта. А где Додо Рекси? Ё! Пересетия! Братва, вы чё, его завалили, что ли? Не-не-не, не подходи. Я сказал, не подходи. Нет, не подходи. Ну, допустим. Первосортинка. Хитинчик. И хитинчик. Не, дробаш, конечно, это вообще имба. Это просто имбаланс. Имбалансный. Я прям пампашорик вообще обожаю. Ух, просто супер. Ну и в целом, что я с него залутал? Да ничего не залутал с него. Всякую фигню. Ладно, первосортное мясо залутал. Допустим. Что-то оно мне ни с кого не дропалось. Раньше я помню, в каком-то моде, по крайней мере, точно, да и в целом, с юнцов, с детенышей дропал, с первосортным. Ча, вообще никак. На чё я очень сильно обиделся. Скажем так. Ладно, погнали дальше. А вот что еще интересное встретим.
О, вот он, кто там с желтеньким этим ходил. Сколько в тебе? 117 тысяч. Не, ну скелетон точно будет мочить меня. Пиками, ну хотят, слушай, топорно-металлический этот. Ладно, допустим. Давай попробуем. Да вроде не агрится. Просто скелетоны вроде бы все агрессивные. Хотя вот что-то за бронтачом я такое не заметил. Допустим. В любом случае залутался, это уже хорошо. Что у нас здесь? Ну, всякая фигня. Единственное, что патрон для дробовика норм тема. Ну, просто их не нужно будет делать. Это хорошо, с такими модами это всегда хорошо. Патроны я уже прям вспомнил, что даже на сервере я патроны не делал. Я их тупо лутал всегда. Очень удобная штука. И вот он мой домик. Кстати, потрясающая идея с такими модами селиться где-нибудь на острове. То есть ты прям себя ограждаешь от вот этих всех со словами «Да пошли все в жопу, мне и так хорошо и без вас». Вот. Такие всякие вот мелочи, особенно вот, типа травоядные спавнятся и хватит. И хватит нафиг всех. Так. Допустим. Допустим. На тебе чутка миска. Так. Что я хотел глянуть? Metal Blast Forge. Обсидиан. Цементная баста. Металл. Нежареный. И жемчуг. Опача. Металл нежареный. Серьезно? Металл нежареный. Цементная паста должна была делаться. Много или нет, не знаем. И обсидиван. И же... Оу. Так. Вот только... еще и делаешь здесь. Обсидиван. Сколько надо обсидиван? Сотка обсидивана надо. Вот же ж... Блин же ж. Да, придется за ним сгонять. Окей, все-таки придется за обсидианом сгонять. Тыкикс. Синемакропия. Своей модной шляпке. Да, вроде бы он у меня был прокачанный. Или какие-то дополнительные левела, что ли, появились. Хм, черт его знает. Но в любом случае, тогда что, вес-то тебе не нужен, выносливость не нужна. Урон. Давай здоровочка на всякий случай. Ты ж до 15. Оп, красота. Вес-то не нужен. Ну и урончик. Пускай будет. Почему бы и нет? Так, и Фенрирчик. Ну да, ты тоже был на максимум раскачанный. Ха! Смешно. Но окей. Приземлился Птер. 130 левел. По-моему, грех не притомить. Так. Только тихо. Не мочить его. И, кстати, дальше сразу покажу, как опять работает. Это прям, ну, просто изи-бризи. Так. Во-первых, вот это возьмем, вот это возьмем. И... Опять-то где? Да. Частично там, частично тут. Надо как-то все это дело структурировать и положить на места. Вот. И вот закидываем пару штук опята. Хоп, хоп. И все. Работает просто отменно. То есть, даже одному штуке было достаточно. Вот такая вот фигня. Что-то нужно нажать. Ага, отлично. Я, кстати, спутал красный обелиск с тем местом, где я обычно лутался. Вон у нас там мой островочек. Я лутался, если не ошибаюсь, вот здесь. Вот они, кстати.
кристаллические виверны, тропические кристаллические виверны. Вот, будем томить их, обязательно я хочу посмотреть. Тракопсогната тоже будем томить, если я правильно сказал, как его зовут. То есть обязательно будем томить мобов модовых. Благо, с помощью криоподов можно их прятать хорошо, и они, как говорится, тебе не мешаются. Очень сильно удобно. Если не ошибаюсь, вот здесь что идет ресурсы. Вообще, что там у нас по координатам? Ближайшие 58 на 32, грубо говоря. Ну да, примерно вот где-то вот здесь вот они и находятся. Так, что у нас здесь? Шляп-шляпа, хитин, шляп-шляпа. Ну, допустим, типа потом можно будет разобрать его на хитин. Допустим. Ну, хотя кормушка. Кормушку нужно будет обязательно поставить. Так, подожди, что там праймал? А, праймал хитин. Там же в названии в начале пишет. Типа, они такие топовые, модные. Или что же я здесь такой летал? Да не, вроде бы я обсидиан здесь летал. Там еще база такая была. Вон там. Ладно, сейчас поищем. Ну, отлично. Кристаллов много не бывает. Я решил проверить. А, вообще эти желтые добываются. Что-то думал, надо было фиолетовых тех проверить. Где я тусил до этого. Не проверил. Ну вот желтый. Желтый то же самое. В общем, кристалл, он и в Африке кристалл. Добывается как нефиг нафиг. Но я свои первые кристаллы, благо, добыл очень рано. Случа. Так что мне в этом плане легче было. Где-то внизу, что ли? Ну да, точно, вот он, обсидиан. Вот он, тот самый мостик. И здесь я удал обсидиан. Точно, правильно помню. Ну, блин, как бы тут просто это место чем мне запомнилось. Там островочек внизу, на воде. Вот этот островочек. Там было построено здание. Ну, чья-то база. И почему-то кристаллы тогда добывались только там. Вроде вот эти вот цветные что-то не добывались. Или не все добывались. -то. Ну, господи, это начало карты было. Только запустили карту, можно так сказать. Вот. И я вот этим запомнил, что кристаллы было тяжело как-то добыть. А сейчас вон пошел, любой кристалл утонул. И вот тебе кристаллов кучу тонн. Хоть обожри себе. Обсидиана много не бывает. Кстати, надо будет полимер. Полимер. Вот. Надо было Каркинаса все-таки мочить около красного обелиска. Я просто посмотрел, что там вообще для создания телепорта. И... О, метальчик. Метальчик, метальчик, метальчик. Вот. Мне не хватает полимера. Вообще никакого. Вот, поэтому надо было, конечно, мочить этого хитинистого. Вот, но... Ну ладно. Как говорится, и на своих болотах найдем хитинистого. Так что с этим проблем не будет. Просто надо хотя бы пульт состряпать. И один телепорт. Чтобы я мог, если что, на базу возвращаться. Вот прям, чтобы быстрее все это происходило. А не так, что я там... реальных 5 минут трачу на то, чтобы прилететь на базу, так как летунчик у меня, сами понимаете, медленный. В общем, очень много здесь кристаллов, металлов и так далее. Ну, естественно, камни тоже. Так, главное не заблудиться. Благо есть синемакропс. Ха, смотри-ка, спрятался. И я могу взлететь немножечко. Это очень сильно облегчает все это дело. Кропик прям моет.
Такс. Инвентарь синемакропса. И ловись. И вот так. И все просто в два раза меньше стало весить. Е, кайф. Такие дела. Так. Ну и погнали до дома. Чё-то не ожидал, что так много лететь. Карта огроменная. То есть как бы лететь-то фиг да нифига. А лететь дофига. То есть это даже я до своего дома не долечу. Это к слову о том, сколько лететь по времени. Просто решил глянуть, где Каркинос находится, чтобы сразу же к нему лететь. Далеко. Хотя, пожалуй, самое смешное в этой ситуации то, что я с какой-то огромной уверенностью лечу на Каркинеса, думая, что с него я получу полимер. Прям без шуток. Я думаю, что я с него получу полимер. Я не помню, лутается с него полимер или нет. Хитин, понятное дело. Полимер не помню. Ой. Вот. Смех смехом. Эй, иди сюда. Я тебе сказал, иди сюда. А чё ты так быстро хиляешься? Перезаряжаться не успеваю. Так, а стрелы я все вытащил. Даже одной не зарядил. О! Согрелся. Красава. Давай, 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 давай. Ну, блин. Дострелить. Отлично. Так. О, органический пример. Отлично. Хоть немножко, хоть чуть-чуть. Это хорошо. Ну все. Тень, погоди. Турки. Турки. На всякий случай. Опа. Отлично. Больше нету? Нету. О. Отик. Экспа есть экспа. Так, где-то там. Не прячься. Ну все, теперь прям с добычей можно возвращаться домой. Да, до дома еще лететь и лететь. Это что, металлические камешки? Так, кто там? А, дилка. Гадик, это реально что, металлические? Это реально металлические камешки. Господи, прости. Я за ними летал фиг пойми куда. Ну, если чё, вон мой дом, а вот остров с металлическими камешками. Причем я здесь прилетал мимо. Я вот там прилетал несколько раз, а с этой стороны ни разу. И такое бывает. Смотрю вот так на кровать и понимаю. А кровать-то я себе в доме и не ставил. А тут аж три. Ох, смешно. Так... Отлично. Сейчас сразу же посмотрим, что она из себя представляет. Электроника, цементная паста. Это, конечно, да. Это еще та Жопкинс. О, да, ее можно на худе ставить. Здорово. А, металл. 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 Ну, давай закинем сейчас металл. Металл, дерево. Я уже прям сильно не помню, что, когда, где. А, спарк. Ганпаудер, газ. Ганпаудер, спарк. Отлично. Ты работаешь на селитре, бензине и так далее. Это я уже понял. Где ты у меня? О. Какой ты шумный, а? Давай хотя бы так. Уголек пошел. А! Требуется металл и уголек. И тогда он жарит. Вот, помню же дерево для чего-то нужно было. Так, и с какой ты скоростью у меня жарить будешь?
Здесь у нас обсидиан, камень. Ну, это разберемся. Это тоже, помню, глаз панели нужно будет, и копер обязательно тоже нужно будет. Пятьдесят шесть. Погоди. 56. Так, погоди. 1475. Так, смотрим внимательно. Ага, не. 1475. Так ты потратил 8. Ах, ты читерный мод. Точно, я и забыл про это. Здесь же еще буры ставишь и так далее. Точно. Короче, металл добывать я больше не буду. Ну-ка, хорош плавить. Тратишь мои ресурсы. Здесь мы их удваиваем, утраиваем или еще что там делаем. Да, тоже туда лежит. Ага, еще и разные слитки. Слитки металла, слитки металла. Не, клево, разные слитки, разные ресурсы. Здорово, замечательно, великолепно. Фак. Ладно, фиксим с этим всем. Самое главное, что? Правильно. Начало положено, металл плавится, можно будет скоро делать базу. Там копер, все дела, вот это вот и все, это понятное дело. Главное, есть начало, есть куча ресурсов. И, пожалуй, самое главное, это желание поиграть. Вот такие вот дела. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, тогда комментируйте, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.